Здрасте, мои дорогие друзья и подписчики. Мы сегодня начнем, поиграем в Тропика 6. Ну, поиграем просто для интереса. Посмотрим, выставим параметры. Это у нас будет... Сейчас я музыку потише сделаю, чтобы меня лучше слышали. Вот так вот. Мы с вами начнем новую игру. Песочница. Давайте мы поставим новую последнюю эру. Чтобы было интересно, чтобы все было доступно. 75 населения. Денег оставим 150. Умеренно так. Тут все достаточно. Деньги мы поставим 250 тысяч. И по туристам мы поставим 100. Так, карту мы выберем. Давайте. Давайте какую-нибудь интересную. Давайте Рио возьмем. Смотрим. Как загружается. Я думаю... Мы сегодня поиграем, будет интересно и вам, и вы будете довольны. Что нас сегодня ожидает? Мы должны набрать 200 денег, тысяч, выиграем, или 100 туристов привлечь на свой остров. Так, начинаем. Время бесценно. Так, тут ставим мы право на... У богатых, мировое государство и все остальное, официальное радиовласти, все посерединке ставим. Так, подтверждаю. Конституцию мы запустили. Давайте мы с вами поднимем сразу бюджет. Во-первых, мы поднимем бюджет в порту. Ферме и в таверне на максимум. Построим дорогу. Денег у нас достаточно. Так, что лучше, как думаете? Я думаю, наверное, мы построим, изучим гидропольная плантация. 2000 заплатим. Давайте. Я думаю, мы начнем с табака. Табак. Он прибыльный. Мы сейчас, кстати, посмотрим с вами. Прибавим скорость на двоечку. Так, тут что нам? 250 тысяч или 100 туристов? Смотрим. Я хочу зайти вам показать параметры продаж. Табак. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить. Вот, табак. 2148 долларов. А сигары уже 11489 долларов. Вот мы уйдем в сигары. Население у нас работников... Свободные руки 35, из них средняя. Нам нужна средняя школа, чтобы была, потому что они требуют среднюю школу. 11, а без образования 22. У нас еще запас есть. Увеличим скорость. Сейчас пока построим, я думаю, дорогу. Достроим, чтобы было красиво у нас. Тут очень удобно. Так, дорогу построили. А, я забыл, нам нужно электричество. Пока мы скорость уберем. Тут мы на максимум. Давайте поставим
солнечную изучим электростанцию, 9000 долларов, поставим ее куда-нибудь сюда, увеличим скорость на четверочку. Кстати, по жилью давайте посмотрим, сколько у нас там жилья. 23 свободно, бедные обеспечены. Но пока у нас население много без работы. Давайте, кстати, увеличим перевозки бюджет и обязательно строителям. От перевозки и строителям. Так, перевозки мы увеличим. И строителям мы тоже руки увеличим. Больше работников наймем. Гидростанция. Так, все у нас нормально. Пока бюджет не будем увеличивать. Гидростанция. Тут мы делаем апгрейд. Производство 50 прибавляет. И минус 3 доллара. Так, смотрим. Гидроферму ставим. Табак. Нам надо хотя бы две штучки поставить, чтобы наша фабрика нормально снабжалась. Тут мы работников уже 4. Так, а там у нас 11, насколько я помню, было. 7 уже осталось. У нас еще запас есть. Кстати, давайте посмотрим сигары. Мы, кстати, изучим. Так. У нас сигары тоже среднее образование. 5 работников надо. Сейчас мы сделаем сигары. Я уполномочена сказать. Хорошие новости, президент. Сигары. Мы приняли. Тут бюджет на максимум. Но, боюсь, она требует от вас полного согласия. Также мы увеличим. Обнаружена проблема в нашей военной машине. У нас недостаточно всяких штук, которые я хочу. Примем. Так. И чего этим шахтерам не нравится? У них же ведь есть крыша над головой. Плевать, что она может легко обвалиться. О, на минерал у нас повысилось доход продажи. Но у нас пока нет шахты. Кстати, здесь у нас шахта. Давайте ее поставим. Уголь. Сейчас мы изучим, кстати, самую современную. То есть купим патент. Поставим ее вот сюда. И проведем дорогу. Отлично. Так, смотрим. Тут у нас что? Табак идет своим ходом. И табак идет своим ходом. Мы уменьшим скорость. Так, ставим фабрику по сигарам. День тоже рядом с портом и с фермами. Так, ставим, проводим дорогу. У нас, кстати, здесь более-менее получается красивенько, удобненько, компактно все. Так, провели. Посмотрим, что у нас. Уделите тут задачи. Минутку, безработных 7%. Какой отличный день, президент, для заключения сделки. Пока откажемся. Так. О, президенте, ваши выполнили задачу. Маневры должны быть воспеты в легендах. Прости. Так. Задачу выполним, 7% безработных. Кстати, давайте посмотрим по безработным, что у нас там. 21 вакансия. Так, 5 осталось у нас со средней школой. Свободного жилья у нас 10. Безработных, банкроты 5, обеспечены 1. Бедных 5. Так, тут мы ставим на максимум бюджет. Модификации, как количество, повышать. Качество работы увеличим. В торговлю зайдем.
Что нам предлагают? Давайте посмотрим. Сигары у нас есть. Сахар, сок, сталь. Нету. Уголь у нас есть. Уголь. Вот у нас есть уголь. 21%. Ставим на максимум. 147 тысяч. Объем. У нас улучшится отношения с Европой. Подтверждаем. Так. Дальше. Увеличим скорость. Фабрика наша построилась. Увеличиваем бюджет. Так, смотрим. Автоматическая линия. Число рабочих мест уменьшается на 2. Производительность повышается на 20%. Ставим. Климат-контроль. 6 тысяч долларов стоит. Выходные данные понижаются на 40. Так, и электричество требует. Берем. Так, машина для вырубки. 5 тысяч долларов стоит. Что они делают? Производительность повышается на 10%. И электричество 30%. 30 мегаватт требует. Берем. Так. Ну что, у нас фабрика есть. Нам что нужно? Заведите будильник, президенте. Эко-проблемы никогда не спят. Моря отравлены, а небо полно дыр. Ю-ху! Берем. Так. Что мы делаем? Ну давайте в туризм попробуем. Мы ставим порт туристический. Пока купили патент. Ставим порт. Проводим дорогу. Ах, мой друг президент, великий лидер. Как поживают ваши амбиции? Надеюсь, не зашли в тупик? Так, берем их. Торговый путь. Так, что у нас тут? Скорость. Так, ставим. Кстати, давайте поставим мы здание жилое, чтобы нас группировать всех в одной точке. Так вот. И давайте построим отель. Поначалу отель лучше строить. Давайте мы возьмем мотель. Поставим где-нибудь. Мы фильтр пока не будем включать. Но давайте здесь начнем. Вот тут будем ставить. Так. Уголь у нас все идет по плану. Так. Давайте смотрим. Туристы у нас 10 уже прибыло. Ставим бюджет. И пополнить. Так, это мы производительность повышаем на 25, 10. Так, берем. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там с параметром электричества. Так, еще 245 мегаватт слабым. Тут у нас заселились. Посмотрим на данные. 18 безработных, 2 с высшим. Так, смотрим. Свободного жилья 21. 6 бедных требуется. Осталось. И банкрот. У нас, короче, надо создавать мотели. Давайте в туризм уйдем. Тут порт мы ставим на максимум бюджет. И посмотрим. Так. Мой
мой прадед говорил, нельзя сделать лимонад без плантации и притока работников-мигрантов. Простой человек из простых времен, но у него была цель и оружие, как и у вас, президент. Давайте возьмем мировую экономику. Так, что у нас здесь? Президенты, я хочу дружелюбно поинтересоваться вашим здоровьем. Я даже не поверил слухам. У меня есть для вас задание. Берем отношения с Китаем, чтобы лучше. Но пока выполнять не будем. Они нам не мешают. Тут у нас что? Увеличиваем бюджет. И ставим... Производительность повышается на 25. Президент, задачи какие? Ваш... По жилью берем. Это промышленник. Иногда я думаю, каким бы был мир без... Так. У нас 37 тысяч, а туристов пока мало. Что мы можем сделать? Мы улучшаем туристические компоненты. То есть развлекательные всякие штучки берем. Здание для бедных, что нам надо? У нас давайте ресторан поставим. Здесь где-нибудь ресторан сделаем. Поставим ресторан. Кстати, работников сколько у нас? 14. Так, и одна вакансия. Нам, кстати, надо, мы забыли, здравоохранение. Очень важный компонент. Поставим клинику, а то будет демонстрация. Клинику ставим. Фабрика, как у нас, кстати, сигары продаются. Тут у нас все что? Все страны являются такими друзьями тропиков. Саботаж. Нет, мы откажемся пока. Туристов у нас уже 30. Так. Ну, у нас задача по минимуму почти. Но мы не в деньги уйдем, а мы туристами закроем игру. То есть мы наберем 200 туристов или 100, сколько нам сейчас посмотреть? Старика, но нельзя продавать билеты в церковь. Я пытался. Согласитесь, давайте мы благотворительность офшорный офис построим. Сейчас посмотрим нашу задачу. А у нас их две. Глобальные задачи. 100 туристов нам надо. Или 250 тысяч долларов. Уже 30. Так, ресторан мы ставим на максимум. Тут улучшение. Холодильник, что он нам дает? Качество обслуживания повышается на 10. Требует 10 мегаватт. Кстати, по мегаваттам смотрим. 225 у нас еще. Тут смотрим. Фабрику смотрим. Давайте посмотрим наш бюджет. Так, казна 40 тысяч, прибыль 40, затраты 32. Смотрим прибыль, от чего у нас идет. Экспорт, сигары на первом месте, 21 тысяча. Кукуруза, это, в принципе, уголь и табак. Одинаково, в принципе. Давайте мы посмотрим по туристам, сколько они нам дают. Вот, туристы 3000 нам. Но по деньгам не очень. Но нам главное выполнить задачу. Тут у нас заполняемость хорошая должна быть полностью. Давайте еще развлекательное что-нибудь построим. Из бедного что? Давайте кинотеатр, я думаю. Но поинтереснее что? Аквапарк можно. Это только для богатых. Вот кинотеатр для бедных. Давайте, у нас контингент бедные пока.
так красивенько поставим вот сюда, чтобы было все рядом. Посмотрим. О, нам нужно мотель, можно еще один делать. Дополняемость хорошая. Давайте мотель еще один поставим. Посмотрим, что у нас тут. Табак идет хорошо. Уголь и кукуруза. Так, жилья, кстати, мы смотрим, сколько... А работников у нас уже нет. 12 вакансий надо перекрыть. Без образования. Свободного жилья 19. Бедные в основном нужно. А, у нас остатки. Для бедных одна обеспеченная. Бездомных у нас нет. Отлично. Значит, нам нужно обеспечить работниками. Ставим максимум. Тут мы ставим, чтобы производительность повышалась. В кинотеатре мы максимум ставим работников. Что у нас? 84 жителя населения. Нам не хватает рабочих рук. У нас дефицит с рабочими руками. Так, кстати, мы тут ставим тоже на максимум, чтобы у нас не было проблем. Увеличь количество ячеек. Давайте увеличим. Хотя у нас население не очень большое, но на будущее. И качество повысим на 10. Обслуживание. Ну что? У нас уже 41 тысяча. А туристов мы посмотрим, сколько у нас. 31 посетило. Туристов не очень много. Туристический бум у нас прошел. Но мы начинаем по деньгам набирать. Хорошо. Давайте казну посмотрим. За счет чего? За счет веселительных заведений набирать. 38. Да, у нас расходы упали. Тут у нас услуги 7. Местные услуги. У нас туризм, кстати, увеличился доход. И экспорт у нас, по-моему, насколько я помню, упал. Тут смотрим, прибыль, да, упал. Вот была прибыль больше. Но ничего, тут это последняя версия с DLC экономической. А мы, кстати, знаете, что сейчас сделаем? Мы построим банк. Мы зайдем сюда, в правительство, банк построим. Давайте мы поставим вот здесь где-нибудь. Хотя он здесь будет мешаться. Здесь промышленный. Но у нас будет такой регион. Регион, где у нас будет экономически, туристически. Вот тут банк. Чтоб денежки могли поменять там. Турист. Ну тут в игре это не как не отсвечивается. Не все страны являются такими друзьями Тропико, как я. Академия шпионскую? Не, не надо. Там проблемы будут у нас возникать. Активируются сразу шпионы. Банк построили. Сделаем им на максимум бюджет. И... Ну, кредитный лимит нам не надо увеличить. Наймем работников по максимуму. Все, ждем. Смотрим на параметр. У нас не хватает работников. Давайте мы их вакансии перекроем. Какие у нас? Туристический порт нам очень важно. Наймем. Кинотеатр нам важно. Все с туризмом, видите, мотель. Мотель наймем. Мотель второй наймем. Таверну. Таверну нас не посещает, нам это не так важно сейчас. И наймем мотель второй.
У нас клиника. Обязательно. Так, смотрим. Новые энергетические напитки. Благо или прямой путь к диабету? Спонсор канала Uno El Toro Rojo говорит и то, и другое. Смотрим, прибыль. У нас уже банк окупился. Приносит прибыль. По туризму смотрим, все заполнено. Нет, один у нас простаивает. Нам надо увеличить приток туристов. Надо построить развлекательное заведение. Давайте мы вот так вот сделаем дорожку. Вон туда, в чащу. Тут мы делаем... Дайте побогаче что-нибудь. Ну, для не совсем богатых. Потому что у нас контингент бедный. Гольф-поля для богатых и обеспеченных. Ресторан. Для... Ну, тут в основном все для богатых. Так, тут смотрим. Богатые. Музей богатый. Ну, тут у нас богатый контингент. Давайте мы его для бедных еще горки поставим. Горки поставим. Тут посмотрим туристический. Давайте посмотрим на доходность их. Обеспеченные приезжают. Давайте для обеспеченных тоже поставим. Давайте гольф-поля, они хорошо у нас зарекомендованы. В предыдущих играх я когда играл, гольф-поля очень у нас хорошо работают на туризм. Так, по бюджету мы пока себе это можем позволить. Кстати, давайте бюджет посмотрим. Прибыль у нас меньше, чем расходы, но это мы сейчас строились, а так у нас туризм уже больше стал приносить. Туристы, сборы, аренда. Туризм нормально у нас уже денежек приносит. Так, ну что делаем? У нас гольф-поле построено, увеличим бюджет. Сейчас посмотрим, кстати, как он будет заполняться. Тут американские горки, увеличиваем бюджет. Наверное, с развлекательными нам надо приостановиться, потому что у нас уже они не полностью. Вот у нас хорошо ресторан и американские горки. И гольф-поле. Граждане требуют провести выборы, президенты. Похоже, они хотят сами решать, как ими надо управлять. Давайте госвыборы. Давайте мы, кстати, забыли, для населения продуктовый магазин обязательно надо строить. Давайте где-нибудь здесь. Посмотрим, что у нас там с рабочими руками. Безработных, кстати, у нас три. Ну вот и жилья, так. Бедный у нас тут банкрот. Четыре. Нам, кстати, надо новое здание строить. Жилищное. И... Вот, кстати, у нас туризм как идет. Отлично, почти все занято. Давайте мы... Так, бюджет увеличим. Так, смотрим. Рабочие руки. Есть у нас. Ставим еще один мотель, чтобы нам все-таки выиграть в этой игре. Хотя она по параметрам несложная. Но хочется... хорошего результата. Тут мы продлим дорогу. Кстати, посмотрим по загрязнениям, как у нас здесь в фильтрах. Посмотрим,
загрязнения. У нас тут идеальное место для туризма. И криминал посмотрим. Криминал у нас вот только в порту. Здесь хорошие параметры по криминалу. Так, ну что, у нас уже повеселей. Приблизим карту. Так, мы, наверное, построили. Еще надо, наверное, тут бюджет увеличим. И эффективность поднимем на 25. Смотрим. За последние 10 у нас лет туризм упал. Машины Тропико стали намного совершеннее. Теперь они держатся в воздухе почти минуту. Так держать яйцеголовые. У нас туристов прибыло 5, а уехало 20. Кстати, посмотрим, что у нас там. 40 туристов уже прибыло. Привлекли. Так, и давайте посмотрим, что у нас заполняемость упала. Но так как у нас туристов мало, то пока развлекательное больше не будем делать. Уйдем в денежки. Банк, кстати, мы забыли про банк. Что он нам приносит сейчас? Уже, ну, маленький доход, наш у нас бюджет маленький, 685 в месяц долларов, а так 12 тысяч уже принес прибыли. Что, вот 51 турист прибыл, отлично. У нас заполняемость отличная, поздравляю вас, мои дорогие зрители. Давайте мы еще построим один мотель. Так, где-нибудь вот здесь. У нас хорошо здесь идет дело. Кстати, посмотрим по электричеству, что у нас. 150. Но потом бюджетик и апгрейдим. Уверен, если... что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенты. Лично я собираюсь проголосовать за вас много-много раз. Так, ну мы... Как они хотят, без подделок. У нас поддержка 98%. А, кстати, поддержка здесь по-другому, дорогие друзья, считается. Сейчас мы посмотрим. Так. У нас поддержка 97%. Два в неопределенности и один оппозиция. Так. Ну, мы выигрываем, конечно. Да сколько мы уже набрали, кстати? Какой прок от власти, если ее не использовать? Да, берем на разрешение на строительство. И у нас уже мы по туризму, смотрите, 68 уже привлекли. Сейчас мы еще один мотель построим. Давайте посмотрим, заполняемость отличная. Туристы просто бегут к нам. Тут отлично все, тут отлично все. Кинотеатр тоже отлично. На выборах? Вы просто разгромили всех. 94 голоса набрали. И один голос против. Ну, идеально почти. Тут мы все без изменений пока оставим. Так, подтвердили до 2009 года. Сейчас у нас 1999. Так, мотель у нас новый построился. Бюджет на максимум. И мы улучшаем производительность. Ну, по традиции, у нас будет для бедных контингент. Мы, кстати, набрали 11 тысяч по торговле, 20 туристов к нам приехало, 9 уехало. По туризму смотрим, что мы там набрали. 84 уже. И по деньгам прибавили. Давайте мы еще построим. Сейчас посмотрим. Еще не заехали. Я думаю, наверное, надо... Кстати, мы прибыль по банку тоже должны были прибавить. Нет, не прибавили. Давайте общую доходность посмотрим. 52. У нас расходы 36 тысяч. Так. Банк, наверное, да? Проценты от банка 12 тысяч. Ну, прилично. Банки, да, хорошо приносят деньги.
можно даже рассмотреть такой вопрос, как построить второй банк, но это мы тогда выиграем по деньгам. А я хочу по туризму. Так, услуги, сборы. Ох ты, как мы хорошо прибавили по туризму. Прибыль 17 тысяч. Посмотрим, что у нас тут еще не заполнено. Давайте мы посмотрим, что можем еще сделать для того, чтобы прибавить нам туристов. Кстати, мы посмотрим на такой параметр, как туристическая привлекательность. Только я не помню, к сожалению. Кстати, по криминалу давайте посмотрим, сколько у нас выявлено. Так, два воруют у нас $1120 за год. Это немного. Хотя у нас нету даже такой функции, как полиция. Мы не построили. И такой хороший процент воровства. Так, смотрим. Работа, жилье. Так, развлечения приносят нам прибыль. Но не очень много. Развлечения в основном это такой параметр, так, который нужен для жителей и туристов, чтобы их привлекать и улучшать благосостояние жителей, чтобы им было хорошо жить у вас. Вера, так, смотрим. Ну ладно, продолжаем. Тут мы смотрим, заполняемость пока не заполнена. Что мы можем еще сделать? Давайте мы построим еще развлекательный центр. Дайте, для богатых у нас хорошо идет. Еще что-нибудь для богатых. Что у нас еще хорошо? Давайте привлечем казино игроков. Поставим его вот здесь, так красивенько. Поставим. 8 туристов к нам, кстати, приехало, 8 уехало. Пока стоим на месте. 9 тысяч мы отгрузили. 3 человека к нам приехали. Посмотрим по рабочим рукам. О, по рабочим рукам у нас, кстати, есть задел. Мы можем достаточно нормально сейчас экономику еще раз поднять. А вот жилья у нас не хватает. Давайте построим жилой дом. Построим самый крутой. Он у нас наберет концентрацию жителей в этом районе. Они как раз будут работать наверняка. Заселятся работники отелей и развлекательных заведений. Вы это сделали, президент? Поздравляю вас! То есть за вами. Дорогие зрители и подписчики, мы выиграли игру, прошли, она у нас была несложная, но я специально так выставил, чтобы вам было интереснее смотреть недолго. И у нас выиграли мы по туристам. Очень замечательная у нас получилась игра. Надеюсь, вам было интересно. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. И до новых встреч. Я надеюсь, вам понравилось. Я стараюсь для вас. До свидания. До новых встреч. Пока.